Всем привет! Сегодня готовлю эклери. Что мне для этого понадобится? Понадобится 200 мл воды, 100 мл растительного масла, щепоток соли, 4 яйца, ванилина, 200-250 граммов муки. Воду, масло, соль и ванилин отправляю на газ. На большой огонь. Когда у меня закипело, добавляю муку постепенно и хорошо вымешиваю. Тесто у меня остудилось. Перенесу в миску миксера. Буду взбивать и постепенно по одной штучке добавлю 4 яйца. Чтобы была красивая моя выпечка, я беру вилку обычную и проведу один раз по тесту, чтобы она была красивая. Формировала тесто вручную. Вот так. Для заварного крема мне понадобится 0,5 литра молока, 100 граммов сахара, ванилина и щепоток соли. Отправила молоко на газ, закипятила. Добавляю сахара. Добавлю щепоток соли и добавлю ванилина. Постепенно добавляю муки. Перемешиваю хорошо. Отправила в чашку миксера крем. Буду взбивать для того, чтобы она стала более воздушной. Во время взбивания добавляю масло сливочное 100 грамм. Вот такой вот крем у меня получилось. Начну начинять наши эклеры. Начиняю наши эклеры. Таким образом.